В эфире прогноз погоды, и я, Антонина Проценко. Здравствуйте! Снега 5 марта таяли, а детвора все еще стремилась покататься на санках. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшую неделю. В городе Алексине градусный термометр покажет 0-15, в Ефремове +1-13, в Белеве +2-15, в Новомосковске +1-12. Прогнозом на следующей неделе температура в Туле будет колебаться от 4 до -11 градусов по Цельсию. Облачно. Влажность воздуха составит 80-95%. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Возможны небольшие возмущения. Следите за здоровьем. Зиму на Руси провожали с размахом. Так, например, 5 марта выпекали масленичные блины, водили хороводы, устраивали маскарады и ходили в гости. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы, а самое главное – больше улыбайтесь. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.